Самый ленивый знак зодиака. В мире зодиака каждый знак имеет свои уникальные черты и особенности. Одна из таких особенностей – склонность к лени. Некоторые знаки зодиака могут быть более склонными к пассивности и отсутствию мотивации, чем другие. В этом выпуске мы рассмотрим, какие 4 знака зодиака считаются самыми ленивыми, и почему так происходит. Телец. Первым знаком, который обладает некоторой ленивостью, является Телец. Телец – земной знак, представитель которого предпочитает удовольствие и комфорт. Они ценят спокойствие и стабильность, и зачастую склонны откладывать задачи и ответственности на потом. Телец часто нуждается во внешнем стимуле или принуждении, чтобы совершать активные действия. Рак. Рак – водный знак, который часто ощущает эмоциональное и энергетическое истощение. Они склонны к комфорту своего дома и безопасности своего личного пространства. Раки могут быть несколько пассивными в своем подходе к жизни и могут избегать физической и эмоциональной напряженности. Они предпочитают спокойные и уютные ситуации, где им не требуется слишком много усилий. Лев. Хотя левы могут выглядеть энергичными и активными, в реальности они могут быть весьма ленивыми. Левы часто предпочитают быть в центре внимания и получать похвалу и одобрение, но при этом они могут избегать выполнения рутинных или скучных задач. Они предпочитают делегировать такие задачи другим или просто их игнорировать. Стрелец. Стрельцы – люди, которые стремятся к свободе и независимости. Они склонны к постоянному движению и путешествиям. Из-за своей непоседливости и стремления к новым приключениям, стрельцы могут проявлять лень в выполнении обычных повседневных задач. Они не всегда стремятся к стабильности и рутине, предпочитая искать новые возможности и приключения. Это может привести к тому, что они становятся небрежными или пренебрегают выполнением обязанностей, которые требуют усидчивости и терпения. В заключение, хотя эти 4 знака зодиака могут быть склонными к лени, важно понимать, что это лишь одна из многих черт, которые определяют каждого человека. Все люди уникальны и могут проявлять разные стороны своей личности, включая активность и мотивацию. Лень может быть временным состоянием или результатом некоторых обстоятельств. Главное – найти баланс и стремиться к саморазвитию и достижению поставленных целей. Итак, если вы представитель одного из этих знаков зодиака и замечаете некоторые проявления лени, помните, что в вас также есть множество других качеств и потенциала. Развивайте свои сильные стороны, управляйте своим временем и мотивируйте себя на достижение больших целей. В конечном счете, вы имеете возможность изменить и контролировать свою жизнь в соответствии со своими желаниями и амбициями. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движение планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения и улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.